на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва имени Радбека Санатбаева стартовал международный турнир «Манас» по греко-римской борьбе. В соревнованиях примут участие юниоры 2004-2006 годов рождения. Это гости из Казахстана, России, а также представители отечественных борцовских школ. Турнир проводится с целью популяризации греко-римской борьбы, повышения мастерства борцов, а также укрепления дружественных связей между странами. Инициатором проведения соревнований выступил чемпион Азии, двукратный серебряный призер азиатских игр, двукратный чемпион мира среди студентов по греко-римской борьбе, а в настоящее время директор СДЭШОР имени Радбека Санатбаева, заслуженный мастер спорта Кыргызской республики Каныбек Жалчубеков. А помогли провести турнир Департамент спорта города Бишкек, СДЭШОР Тайманбас и Федерация спортивной борьбы Кыргызской республики. Кыргыз Республикасының спорттук күрөш федерациясынын президенти генерал Турганбаев менен Токтомобековичке, Бишкек шаар кеңешинин депутаттары Алымбеков Максат Жубакадырович, Сариев Алмасбековичтерге жана Олимпиада оюндарынын күмүш медалдын ээси Акжол Махмудовду алкыштап чакырабыз. Кудай буйруса, эми сиздер баардыгыңарды классикалык деңгээлде байкашты, Олимпиада оюндарында. Олимпиада өткөрүлгөн Соревнования завершатся завтра, а с их результатами мы вас познакомим по окончании турнира.